Пулеметы. Часть первая. Фанк-тэнк. Примитивный брашевый пулемет. Шаг первый. Создайте орудие из браши и обратите его в Entity. Шаг второй. Создайте позади орудия триггер Multiple и присвойте ему имя. Триггер будет являться зоной управления пулеметом. Шаг третий. Настраиваем пулемет. Первым делом во вкладке Flex поставьте галочку на Control Label. Это позволит игроку управлять орудием. Далее переходим к свойствам и находим строку Control Volume. Выбираем наш триггер. Чуть ниже мы видим 6 строк Yaw и Pitch. Строки Yaw отвечают за поворот пулемета по горизонтали, а Pitch – по вертикали. Теперь подробней. Yaw Rate – скорость движения орудия по горизонтали. Yaw Range – максимальный угол поворота по горизонтали в градусах. Не рекомендуем ставить значение выше указанного. Yaw Tolerance – степень максимального отклонения от параметра Yaw Range. Если выставить 0, то при резком повороте орудия оно может дернуться. Переменные Pitch – все то же самое, только по вертикали. Теперь нужно указать опорную точку пушки. Это важно. В зависимости от того, где находится гизма, наше орудие будет по-разному вращаться, а его воображаемое дуло может находиться даже за пределами видимого браша. Снова откройте свойства и найдите строки Barrel. Каждый из них отвечает за то, на сколько юнитов от гизма будет находиться дуло пулемета. Если вся длина пулемета 32 юнита и гизма находится по центру задней крышки, то в переменной Barrel Range выставляем 32. Таким образом, воображаемое дуло будет находиться прямо там, откуда должны выстрелить пули. Мы почти закончили, не волнуйтесь. Следующим параметром будет Rate of Fire, это количество выстрелов в секунду. Damage Rep Bullet – урон пуль. Если стоит 0, он будет равен обычному. Bullet Accuracy – точность стрельбы. Идеальное попадание, маленькое отклонение, среднее и так далее. И две последних важнейших переменных – это Effect Handling. Эффект орудия, допустим, AR2 – пулемет Альянса или энергетическая пушка. И Armor Type – тип вылетающих из дула снарядов. И на этом все. Простейший пулемет готов. Полное описание Entity Funk 10 вы можете найти на Valve Wiki. Buen suerte!